Всем хаюшки, с вами Александр, это канал Аймбот, и как вы уже видите, мы сегодня играем в Lineage 2 Revolution. Попытаемся сейчас создать персонажа, соответственно, RPG-гулина, и она у нас на мобильных устройствах идет. Значит, что мы? На мой персонаж, также здесь у нас есть, видать, какой-то сервер, да? Русский, свободный. Так, что это такое? Ну, Европа, да, как я понимаю. Ну, во-первых, русский, это понятно, да, выбор сервера. Ок, угу. Значит, это мы с вами выберем, хорошо. И, значит, персонаж, у нас нет персонажа, значит, нам что надо? Значит, нам надо не персонаж, нам все-таки надо сервер. Заполнен, да что ж такое, полный. Вау. Что-то прям как-то жесть какая-то. Ну, давайте поехали в четвертый. В четвертый, в последний. Значит, вот так вот. По-моему, все верно. Все верно мы создали. Сейчас посмотрим, что нам будут предлагать создавать. Давайте вместе все это сделаем. Короче, обновленницы какую-то, что-то докачать. Я докачаю, и мы продолжим с вами. Ну и сразу же тут, в принципе, показали немножко видашки, да, и вот, собственно, диалоги у нас пошли. Значит, Валдир, я думаю, здесь ситуация у нас под контролем. Давайте поторопимся. Если опоздаем, Эльпину не сдобровать. Я покажу дорогу, следуйте за мной. Ну и, соответственно, есть у нас передвижение стандартное, да, как и везде, но... Да ладно. Вау. У меня, в принципе, здесь уже настроено. Возможно, это осталась настройка с каких-то других игр, но джойстик, по крайней мере, работает. Атаку. Ок, понял тебя. Озвучка получается английская, но субтитры русские. В принципе, чё хорошо. Также игра немножко у меня подлагивает, потому что, ну, чего-то тут очень много всего происходит, всяких действий. Дело сделано. Следующая проблема. Солдаты не прорвутся за ворота, пока мы не решим вопрос вон с той виверной. Виверн займусь я. На самом деле здесь две девицы и голос я одинаковый. Всем отойти! Сколько ж вас, девчата? У вас что-то очень-очень много здесь. Как я вас буду озвучивать-то? Да, очень сложно. Мы победили Виверну! К замку! А также у нас имеется мощный удар, тяжелый удар, что еще, гроза, шок уклонения, и все. Ну ок. Так, девицы с нами, хорошо. Так, противники, вот они. Значит, мы прежде всего можем юзать вот эти все скиллы. Было мощно довольно-таки. Бежим далее. А подбирать что-то можно, нет? Там что-то, по-моему, валялось, нет? Да хватит лагать. Нет, просто стрелочки. Просто нам показывают стрелочки, куда идти. Так, давайте-ка, ребятки, разойдитесь. Да я использую свои умения, если чего. Стойте! Неизвестно, что враг ждет нас во внутренней части замка. Люсьен, Эльпин, за мной! Говорит вот это вот. Валдир. Наш главный персонаж, за которым мы играем. Мы окружили их, перебить их всех по одному. Короче, я маленькие вот эти диалоги, но раз могу не успевать прочесть, поэтому, если что, смотрите сами повнимательнее, потому что я, да, могу это сделать, могу пропустить. Да что ж ты будешь делать? Я давно жду тебя, Валдир. I'll show you what true strength is!
Здесь ты обретешь вечный покой. И я тебе покажу, какова истинная мощь. Значит, так, истинная мощь — это хорошо, но не надо. Можно без нее мне как-нибудь. Мне и без нее хорошо было. А, это типа босс, да, у нас тут стоит. А я тут думал всех уже вынес. Так, осторожно, используйте это у меня. Ок. Было жестко. Ты это видел? Так, значит, вот эту башню. Да я еле плетусь, чё он не идет-то? Он прям еле-еле шел. А чё все полегли-то? Чё за? Просто, я думал, они все разнесут сами, но они просто взяли и легли. Век страха и угнетения закончился. Вместе с вашим. And spoken those same words. They all ended up on their knees, begging for their lives. You'll do the same! Wrong! It's your turn to kneel! Everyone, attack! Я не стал диалоги читать по одной простой причине, потому что они говорили, плюс были субтитры. Если бы я еще бы читал, то ихний разговор и мой разговор смешивался, и получилась бы полная ерунда. Поэтому, извиняюсь, но придется прочесть все это дело. Значит, так. И все. Просто-просто. Видать, нас после такой драки просто отключились, и все, лежим. Сперва побелело, теперь почернело. И что у нас сейчас будет? Видать, нам хорошо вдарили в бою. Давай, чувак, приходи в себя. Ну, что ты можешь? Балдир победил, и смутный век закончился. Ах, мы достигли говорящего острова. Все главные наемники с говорящего острова. Пойдемте искать свой клан, который станет легендарным в Адене. Вот. Значит, у нас есть 4 расы. Это люди, это эльфы, темные эльфы и гномы. Значит, люди — создание великого Каина. Так. Гармонично развивается и адаптируется. Почитают Айнхайсад, богинь света. Значит, потом у нас есть эльфы, но я не буду читать за каждого, да, то есть класс. Ну, на самом деле, ребятки, если... на самом деле, обычно, если я играю, то вот как раз я играю за тех персонажей, кто у нас был враг. А враг, как я понял, у нас был темный эльф. Ну, мы в любом случае всех посмотрим. Dark elves specialize in dark magic. They used to worship the goddess Shivan until their race's downfall led them to deny their faith. Также имеется какое-то здесь древо класса. Классов. Айн-Хасад created the dwarves from the land, and they are handy and physically powerful. They worship Mothr, the goddess of land. Так, ну, в принципе, как я и говорил, значит, мы играем за темного эльфа. Со здоровьем у нас немножко печально, с дефом тоже немножко печально, но зато высокая атака и еще чего-то там. Ну ок, пусть будет так, как я уже говорил. Сразу же, древо классов — это что это такое? Ну понятно, это то есть какие мы можем умения. Также у нас что-то здесь, щит, меч, либо он, в принципе, там, в принципе, у нас стоял-то с двумя мечами, а тут с щитом. Ну ок, пусть будет по крайней мере так. Можно это все сравнить, посмотреть, почитать, но я не буду этим заморачиваться очень сильно. И я вообще хочу отсюда выйти. Как это сделать? Так, штурмовой танк, поглощающий при атаке вражеский ХП. Ну ладно, ладно. Выйти-то как отсюда? Да. Так, то был явно не выход.
Так, во-во-во, нашел стрелочку наконец-то. Так, ладно, все следующее. Значит, также у нас есть воин, бандит и маг. Ну, давайте возьмем магом, в принципе, я довольно-таки люблю играть на самом деле. Ну, можно попробовать бандита, разбойника. А где оружие разбойника-то? А, вот, есть кинжальчик. Воин. Блин, ну воин с двумя мечами круто, конечно. Ну, неважно, давайте, пускай будет это воин. Воин, хочу воина, не знаю. Вот имени, да, я понял. Значит, вот имени, как обычно, вводим. Не вот это там, шбшбшб. Значит, пишем вот так вот. Как вы уже догадались, да, и у нас будет такой вот ник. Ладненько, пойдем воином играть. Значит, первый волочок, мы выглядим вот так, вот такой простачок. Ну, давайте, в принципе, отправимся и пойдем прокачаем свой левел, прокачаем свой скилл. И всем наваляем, кто на нас нападет. Минут 10 там поиграем, и, в принципе, я думаю, это будет достаточно. Немножко с ознакомлением игры, ну, всякая заставка была и тому подобное. Но сейчас вот нам больше дали возможность уже проявить самого себя, не... сценарию, как все действует. В принципе, это RPG, соответственно, очень много всяких должно быть веток и сюжетных, и побочных, и тому подобное, поэтому, ну, тут надо очень долго, скорее всего, играть. Is this your first time on Talking Island? Well then, it's a good thing quests are automated. Ну ок, задание хорошо. Здесь надо очень долго играть, но мы вряд ли это будем делать с вами. Так, значит, портовый мастер Психея. Это хорошее место для искателя приключений, чтобы набраться опыта. Вы должны взять на себя какую-то работу, чтобы освоиться в этой области. Дуглас, капитан наемников, ищет помощника, ступайте к нему. Говорит нам вот эта девица, после чего мы получаем прочие ништяки. Значит, эпизод первый 1-1 рождение героя. Так, на говорящем острове всегда столпотворение, говорит нам девица. Что она... Она прям так долго говорила, что я уже решил пропустил окончательно. Значит так, найдите капитана наемников. Походу мы его уже нашли, да? Tap to begin the next quest. Сколько же одновременно говорит, если я бы еще говорил, то был вообще жесть. Good to see you. Вижу, вы один из искателей приключений. Это хорошо. Значит, вы ищете работу, а? Что ж, если не боитесь запачкать руки, то вы наняты. Неподалеку рыщут волки, которые создают неприятности. Избавьтесь от них для меня. Ну и, соответственно, это, скорее всего, то, что мы получим с вами. Да, здесь тоже довольно-таки все хорошо и просто. Он автоматически идет, бежит и всех ломает. Что-то мы уже такое недавно с вами смотрели, что где он тоже бегал и всех сам бил. Вот, что очень-очень-очень есть хорошо. Ну, пойдет. Так, отличненько. Хотя, на самом деле, я, возможно, не тот класс, конечно, создал. Хотя он и давался нам. Эльфы темные, насколько хорошо они, хорошие разбойники всегда были. И хорошие маги. Вот, а я почему-то создал воина темного эльфа. Ну, мне кажется, не очень мой выбор был. Но, тем не менее, создал. А значит, вы довольно быстро справились с этими волками, может, от вас будет польза. Давайте посмотрим, как вы справитесь с настоящей работой. Вы выдержали... А, вы видели рыжих медведей неподалеку от волков? Похоже, эти медведи совсем потеряли страх к людям. Мне нужен кто-то, кто сокрушит бы число рыжих медведей до...
того, как они начнут нападать на людей. Думаете, что справитесь? Не сокрушит, сократит. Так, и что такое бонус? Бонус какой-то. Тип предмета используйте, чтобы получить случайный элемент доспеха для вашего класса ранга С. Ну, давайте выполним, конечно. Конечно, пойдем выполнять. В принципе, от нас здесь ничего не требуется. Он сам идет сражается. Волки ему сейчас нипочем. Волки его не трогают. Медведь. Медведь просто-просто лег спать. И все. Рыжий медведь. А сколько? 6, да, надо? Так, ты откатился? Да, давай. Со здоровьем надо посмотреть, что по здоровью, что у нас. А, он автоматически юзает еще и скиллы. То есть, меня, в принципе, ничего не требуется даже нажимать. Даже скиллы он прожимает сам, да? Ну, видите, он сам нажимает. А, блин, ну, круто. Круто. Не, ну, можно, наверное, в принципе, здесь, скорее всего... А, есть авто, а есть, типа, не авто. А, ок. Ок. Ну, давайте попробуем не авто. В атаку, говорят орки. И пошли рубить людишек. Ну, или кто там, эльфы, людишки. Кто-то из них. Этот порт наш. У нас проблемы. На порт напали, напала шайка орков. Давай мне мои доспехи. Доспехи синего волка. Ты экипировал? Получен титул. Начало приключения. Экипировать. Так, ну, у нас подлечили, прежде всего. Нажмите здесь, чтобы принять задание. Ну, ок. Я и мои люди будем защищать горожан. Вам нужно попасть в порт. Так, что тут уже кто-то все всякое получил. Коробка с высококачественным снаряжением. Вау. Тут где-то, наверное, есть магазин. Да, он шоп. Надо будет заглянуть и посмотреть, что там вообще творится. Может, что-то можно бесплатно открыть, потому что там, в принципе, что-то у нас горит. Там вы сможете найти начальника стражи. Скажите, что у вас послал я. Сделайте это, и я буду перед вами в долгу. Хорошо, поднимаем задание. Дают нам лечивочку очередную. Да, блин. На, ну, типа мы уже добежали, но мы быстрые, шустрые. Получили ловачок. Погодите, ребятки. Я хочу посмотреть, что у меня здесь горит. Я тоже хочу взять экипировочку какую-то. Так, самоцветиков, бриллиантиков у меня нету. А вот очки дружбы у меня есть бесплатно. Один сундук с снаряжением нам могут дать. Сундук выбора с автопрохождением. Ну ок, ладненько. Снаряжение. Смотрим. Та-та-та-та-дам! Ну и... А я не хочу открывать. Ну, прикольно, на самом деле. Шлем кошмаров. Красный. С рогами. Крутой, в принципе, шлемец, наверное. Надо будет сейчас попробовать посмотреть, что это такое. Значит, через 9 минут, в принципе, еще раз откатится снаряжение. И можно, в принципе, тут 3 раза за день лутать. Неплохо сделано, неплохо. Значит, так, экипировать. Где мой перс? Так, челик. А почему ты внешне не меняешься? Погоди, мужик, ну ты как-то это. Экипировочка наша вот здесь вот же должна быть. Давай сейчас глянем. А, да, в принципе, одежка у нас одета, шлем у нас одетый. Шлем одетый у нас. Ок, ок. Только внешне ты не поменялся, другалек. Хорошо, ладненько. Знаю, где теперь есть стрелочка. Блин, да что ж ты не выходишь? Не надо, что это такое? Отомстите игроку, атакуйте только хаотических игроков, атаковать всех игроков, атаковать... Не атаковать других игроков. Не, пока я не хочу никого атаковать... Я хочу просто спокойно поиграть. Приветственный подарок. Значит, награда за предварительную регистрацию. Блин, аж глаз зачесался. Значит, да, чем хорошо предварительно регистрируются в играх, потому что вам в основном всегда дают какие-то дополнительные ништячки, так же как
Warhage Begins, да, мне много бриллиантиков дали из-за того, что изначально я еще заранее зарегистрировался в этой игрушке. Вот. А, значит, давайте сразу же за регистрацию посмотрим, что у нас тут будет, откроем. И вот этот тоже подарок. И мы сейчас откроем, потому что, ну, мне, я люблю открывать подарки. Сундучок, нас ждет сундучок. Где только вот он? Так, а вот он, да, здесь. А, значит, за регистрацию. Так, та-та-та-та-та, публикация. Мир. А, после смены класса. Местные. Зачем мы написали начальный сундук героя? Ясно, мы просто показали всем, что у нас есть начальный сундук героя. Ладненько. Давайте его используем. Так, знак крови, зелье, фрагмент руны, заряд души. Вот что такое заряд души, непонятно. Кто там смеется? Кипа свитков, модификации, набор камней улучшения. Отборная коробка с лаком ранга А. Коробка с деньгами, коробка с красными алмазами. Блин, ну... Мне нравится, когда дарят много подарков. И тут на самом деле много подарили. Значит, отборная коробка с кристаллом души ранга С. Значит, сундук выбора с эксклюзивным снаряжением. 5 штук. Вау. Короче, у нас сегодня будет открытие просто сундуков, я чувствую, в этой игре. И мы вряд ли что-то успеем сделать. Значит, давайте смотрим, что у нас здесь. А, значит, у нас здесь серьга славы святого дают, коробка с деньгами и красными алмазами. Экипировать, конечно. Так, ну, он внешне не меняется, наш перс. А, использовать, да, давайте используем бабосики всякие. Тому подобное. Так, значит, что у нас здесь? Используйте, чтобы выбрать и получить лак ранга А. Ну, давайте используем лак для оружия, аксессуара и аксессуара. Ну, а выбрать предмет? Ну, конечно же, для оружия. Оружие. Так, ну ок, я уже выбрал. А, то есть можно... Сколько-то штук, да? Ну, да, получается. У меня сейчас еще один доступен. У меня шлем есть. Ну, давайте возьмем шлем. Короче, один у нас, последний. Да, можно его выбрать. Значит, следующее, что у нас открывается, используется, чтобы вы получить один из перечисленных предметов кристалл души ранга С. Ранг С, кристалл души атаки, защиты, точности, значит, кристалл души уклонения, пробивания, гибкости, кристалл души, кристалл шанса критического, значит, кристалл души критического сопротивления, кристалл души жизни. Соответственно, конечно же, использовать атаку. Атаку надо. А у нас их 5, да, ну давайте атаку возьмем прежде всего и... Да нет, публикации не надо. Все, надоела мне публикация. И жизни давайте. Жизни. Последний возьмем. Один из жизни возьмем. Значит, блин, что у нас? Продажа. Продажа. Публикация нет. Значит, ты у нас использовать. 1200 самоцветов, рубинов. Золотишко дают нам 100 тысяч. Да неплохо на самом деле. Неплохой старт нас, мне кажется, прям с самого начала дали нам. Значит, выберите предмет. Меч революции, самурайский длинный меч, меч династии. Блин, как сколько всего. Пика, скорпион, двухручный топор. Значит, самурайские длинные мечи. Парные мечи, династии парные мечи, шлем у нас есть, кошмаров уже. Шлем кошмаров есть, перчатки кошмаров, парапам. Ну, прежде всего, я как и говорю, что я хотел бы с двумя мечами бы ходить, и с двумя мечами, давайте, наверное, вот такие вот возьмем, прежде всего.
Значит, второе, что мы еще хотим взять, так как у нас собрался вот этот шлем, давайте же сразу же возьмем, что мы возьмем, сапоги. Вот это вот возьмем. А, то есть вот так, да? Ну, не важно, ладно. Ок. А, ну понятно, короче. Короче, я думаю, можно выбрать несколько. Выбрать можно было только одно, походу. Или чё нам? Чё нам, дали что-то или не дали? Погодите. Вы меня путаете. Выбрать предмет. Выбрать предмет. Б. Ладно. Бери вот это вот. А, ну погодите. Мы можем 5, да, выбрать? Мы один выбрали мы, значит... Блин, да что ж такое? Что ж меня путает? Мы, значит, выбрали... Вот это? По-моему. Блин, я сейчас запутаюсь. Сапоги. Экипировать. А, значит, что у нас здесь было? Пока закройся, говорю. Так, это экипировать. Вот, все, значит, у нас так. Нам осталось взять меч, нам осталось взять бронюху. Хорошо. Где наш сундук? Вот он. Значит, бронюху. Так, мечи я хотел вот эти вот взять. Прежде всего. Угу. Ок. Экипировать, конечно же. Во, пойдет. А, значит, потом и бронюху взять вот такую вот. Кошмаров. То есть полностью одеться в одну экипировку. Экипировать. Отличненько. Вот, хорошо. Хорошо. Династии, а скорпиона, кошмаров ничего нету вообще из оружия, интересно. Волка. Ну, нету, видать. Ну, что я могу сказать? Давайте скорпиона возьмем еще. Последнего. Я не знаю, зачем он нам нужен, но у нас будет еще двукручное оружие. Вот, значит, как-то так. Что мы можем быстренько еще получить здесь? Улучшение максимум. Так. Оружие, доспехов, аксессуаров, все по 3. Хорошо. И последнее, значит, все тоже 3 свитки модификации у нас. Оружие, доспехи, аксессуары также все по 3. Все. Куча хилок, куча маны, значит, куча красных самоцветов и довольно-таки неплохо дали деньжат. Вот что мы получили, плюс там еще можно его посмотреть. Ну, давайте еще где-нибудь посражаемся. Что у нас? У нас прежде всего горит квест. Always trust in yourself. Так, орки скопились около парома. Они появляются буквально из ниоткуда, как мы их упустили. Мы должны защищать паром любой ценой, сражайтесь с нами, говорит нам челик. И мы получим доспех ранка С. Ранка С. Ранка С. Не знаю, как правильно, пишите в комментариях. С, С. Орков 4, да это ни о чем, он уже один валяется. Он внешне у нас поменялся, ну, по крайней мере, мечи точно поменялись, а вот шлем, ну, не видно, по крайней мере. Я что-то даже не обратил внешнее, не поменялся. Орка-охранника. А, ну все, значит, говоря, банды. Ну, немножко нас так-то потрепали все равно. Проклятие, главарь бандитов пропал. Должен быть, он отправился в портовым воротам. Давайте поспешим, говорит нам вот этот NPC. Ну и мы бежим. Бежим выполнять задание. Окей. Я ничего не хочу жать, пускай он сам сражается. Ну, я и так уже набился, если честно, за сегодня. За сегодня везде и всяко разно. Так, где у нас этот чел? Вообще, а, лечилка у нас вот, и можно, наверное, вот кликнуть по ней, и она должна, в принципе, использоваться. Оу, тут кто-то еще бегает со мной. Все, значит, засаду орков мы зачистили, получаем награду, получаем мы сейчас шлем еще какой-то. Ну, наверное, шлем, опять же, какой-то стандартный.
бонус. Эпизод 1.1 «Рождение героя». Зачищен. Так, тебя покрутить нельзя, да? Прогресс. Продолжить. Продолжить. Ну, мы, наверное, сейчас закончим, на самом деле, потому что откроем сундучки вот эти и закончим. Не хочу я больше квестики никакие брать, по сути дела. Значит, что у нас... А, здесь у нас уже опять за очки дружбы бесплатно можно получить какую-то штуку. Давай, посмотрим. Может, что-то интересное. Ну, открыть, конечно же. Сапоги синего волка, ранг Б. На самом деле надо их сверять. Ранг Б на самом деле должен быть, наверное, выше, чем ранг С, я так понимаю. Вот, поэтому это надо все-таки сверять, надо смотреть. Но я не хочу этим заниматься вместе с вами. Давайте просто сейчас откроем, посмотрим, что там выпадет, и на сегодня закончим. Потому что одевание, переодевание. Хотя у нас Б, Б, ранг Б, вот ранг С у нас только шлем на самом деле. Ранг А у нас, видите, какие эти... Ну да, видать, Б покруче. Си, видите, горит простым Б синеньким, а это уже зелененьким. Вот, значит так, использование. Двуручный топор ранга Си, получается, нам дали. И все. Что это такое? Публикация. Применить, используется для повышения уровня квана. Квана. Нету у меня квана. Ну, блин, круто. Ранг А. А, во. Кстати, вот тут вот материал используют для поднятия уровня доспехов. А это также для поднятия уровня доспехов. Уровень 1 везде стоит. А уровень доспехов поднимается только... Кузница, публикация, извлечь. Можно сюда кристаллы души вставлять. А, так, откроется в 1-2. Ну, короче, как-то можно, ребятки, еще, во-первых... Чего? Во-первых, можно разблокировать вот эти вот вещи сюда вставлять. Во-вторых, получается, мы можем улучшать свои доспехи. Вот, как-то так вот. Ну и, соответственно, я думаю, что будут доспехи еще какие-то более интересные, более лучшие. И 1400 красных бриллиантиков. Просто сейчас зайдем еще раз в шоп и посмотрим, что мы могли бы на них купить. Значит, 10 предметов высококачественного снаряжения мы могли бы взять. Да. То есть, видите, сразу нам как неплохо стартанули. Плюс мы можем взять, что здесь это все за золотишко, мелькие. Фон тому подобное, это все за золото. Свиточки, алмазы, аренда. То есть мы можем золотишко куча понабрать. Значит, здесь у нас откатится, мы еще одну вещичку можем взять. И здесь мы ничего не можем взять. Вот, короче, как-то вот так вот по магазину. По магазину, что у нас еще здесь горит? Здесь что-то можно в события зайти. В события на пути, например. Что это такое вообще? Ну ладно. Ок. А почему ты говоришь, что мне надо туда зайти и полистать и посмотреть, если у меня слишком... Время логина сегодня 22 минуты. А, то есть мы, если играем час... Да, мы получили то, мы получим какой-то сундук еще с чем-то. А, значит, так, день первый у нас вот. Ну и вообще вот там доспехи, ранг R, S. Ну, то есть надо еще каждый день заходить и, как понимаю, где-то по часу играть, чтобы все это получать. Также у нас за 30 дней, да, за 27 дней есть награды. Вот как-то так вот. Как-то так. Вот события. Что у нас здесь в событиях еще дают на награды? Награды. Ок. Эй, как подготовить твое обучение? Как продвигается твое обучение, нам говорит. Учеба в одиночку в реальности не так хороша. А у меня есть кое-что для тебя. Я создал планы подготовки.
А также дам тебе морковки в награду за труды. Так что постарайся. Ну, тут дают нам опять какой-то ящик. Блин, ну тут тоже, как обычно, в принципе, сейчас начинаешь игру, прям очень-очень много всего дают. Очень-очень много и очень интересно это все открывать, юзать. Блин, вызовы какие-то, события. События. Ну, мы уже здесь все сделали, все здесь получили. Я не знаю, почему оно еще горит, что доступно что-то еще здесь. Друзья также имеются у нас. Хотите пройти обучение, друг? Ок. Друзья, ок. Ок, 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 ок. Не хочу я читать рекомендованные. Понятно, сейчас куда-нибудь. Ну, типа, да, там это. Добавление друзей и тому подобное. И заявка отправлена 10 игрокам. Ладно. Значит, есть сундук у нас. Как отсюда выйти, кто мне скажет? Блин. Во, вышли. Просто кликнул на экран, и мы, в принципе, вышли. Здесь у нас что? Получить. 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 Опять кучу всего. Опять кучу-кучу всего. Использовать. Использовать. Все, да? Все, мы сразу автоматически все открыли, и, в принципе, можно сюда не выходить. Все, отличненько. Что это такое? Увеличить получаемый опыт полевой охоты и опыт добычи на 100% на 1 час. Ну, в принципе, здесь надо сидеть и разбираться, поэтому немножко все, что я увидел, я показал. Немножко посражались, немножко посмотрели, что тут дают, что за предрегистрацию дают, что вообще за игру дают. Вот как это все происходит. Посмотрели на снаряжение, что бывает, что будет впадать и тому подобное. Ну, я думаю, что тут по снаряжению будет все гораздо больше и проще. Можно, если дальше играть, а больше, конечно, всего нового узнать и увидеть в этой игре. Потому что игра, скорее всего, очень длинная и долгая. Ну, на сегодня это все. Если понравилось вам видео, если хотите еще увидеть эту игру, вот добавляется к нам друзья, эту игру, также пишите в комментариях. Да, я хочу увидеть Lineage 2. Вот, и значит, будет выходить эта игрулина. Хватит меня бить. Вот, на сегодня это все. Понравилось видео, лайки, комментарии. В любом случае, ставьте лайки, мне это будет очень приятно. Также не забываем подписываться в группу ВКонтакте. Всем пока, ребятушки.